Алексей Панин около полугода назад в тайне от общественности женился на юристе Еве Тарлакян. В отличие от своего супруга, она позиционирует себя как человека совершенно непубличного. Известно, что пара познакомилась на общей вечеринке, куда Ева даже поначалу не хотела идти. И теперь жена актера рассказала, как складывается их семейная жизнь. Ева рассказала, что они с мужем решили не устраивать пышную свадьбу с большим количеством гостей. Они просто тихо расписались в одном из московских ЗАГСов, не сообщая об этом многочисленным звездным знакомым. Наутро Панин уже вылетал в Испанию, поэтому времени на торжества у пары просто не было. Влюбленные расписались и буквально сразу же разбежались по своим делам. А вот первая встреча была для Евы очень знаковой. Алексей ей понравился с первого взгляда. Их познакомил общий приятель, и первым, кого Ева встретила на мероприятии, оказался ее будущий муж. Нас свел общий знакомый на вечеринке. Забавно то, что я очень не хотела туда идти, а хозяин вечеринки меня уговаривал. Я все-таки пришла, и первым, кого увидела, это был Леша. Так и познакомились. Что меня привлекло в Алексее? Мне всегда с ним интересно, нам никогда не бывает скучно. Мы можем обсуждать серьезные темы и уже через 5 минут дурачиться, как дети. Он открытый, честный, веселый и внутренне свободный. Он хороший человек, заявила Ева.